поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Ну? Thank you.
Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Таинственный чародей-травник. Таинственный чародей-травник. Должно быть, он сам сжег эти записки. Охоте на них насрать. Значит, он знал, что его ищут. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу, ты поможешь? Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Велоглан! Здесь мы точно что-нибудь найдем. Похоже, очередная загадка. Можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть, да и выходит бессмыслица. Надо подумать. Никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. О, трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников несли ясное пламя. Все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песнь. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй.
И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Да, похоже на загадку. Ну ладно, попробуем с этим разобраться. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песнь. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Горит. Подожди, подожди. Что-то произошло. И правда, как будто за стеной что-то сдвинулось. Получилось. Я думала, ты торопишься. О! Это какое-то эльфское святилище. Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Это ищешь? Ага! И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда. Нравится мне это место.
Место силы. Я думала, ты торопишься. Thank you.
Идем? Кто-то наложил иллюзию. Здесь пригодится глаз Нихоленой. Наконец-то. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цире. Что-то важное. Ты собираешься на Кривоуховой топе? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что, ты еще заглянешь? Конечно. Я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кейра.
Иллюзия. Смотри на меня так. Да? Вроде нильфы-то злые, а вот как проезжали, один моему Войтосю краюшку хлеба бросил. Ты лучше смотри, как бы у тебя малыша в лихорадку не бросила. Что ты плетешь? В одной деревне тоже солонину раздавали. Так потом вся деревня в погост обратилась. Войтус, поди-ка сюда. Я чародейка говорила, чтобы вас просветить. Что я сейчас и делаю. Чтоб заразы избежать, нужно об этой, ну, об гигиене заботиться. А кроме того, воды прямо из колодца не пить. Жоп тебе надо мыть раз в неделю, а воду для питья надо огнем кипятить. Ну-ка. Ачи! Хвороба какая-то меня пробрала. Деньги-то есть у вас? Может, и есть. Покажи свои товары.
Бывай. Приветствую. Thank you.
Ну? Покажи мне свои товары. Уварнавет Аэмен, Регимейда, Энскиошки, Энкердала. Нет. Инес Форна, Цомая Спесле. Ты же этого так не оставишь? Может и так. А если нет? Бывало, что в базарные дни сало на тебе под горой лежало. У тебя глаза, как у моего котеночка. Чести не оказывали. И не говорите лучше ничего. Ты делаешь лодки из соснового дерева? Нет, ясное дело. Баба мне сосну приволокла, чтобы я колыбельку вырезал. А с лодками дело не идет? Не особенно. Рыбы-то нет. Говорят, ты хороший лодочный мастер, а картежник из тебя еще лучше. Хочешь сыграть? Я всегда готов. Привели.
Договаривались, карта моя. Твоя взяла. Да, играть ты мастер. Знаешь что, а попробуй-ка сыграть сгадку. Люди над ним потешаются. Он молодой совсем, глуповатый. Только поговаривают, что он самого барона не побоялся обыграть. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Не к добру это. Ох, не к добру. Пять вам книг, бабушки. Гром и молния. У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать не будет. Овернавет Айрмен, Регимейда, Энскиошки, Энкертал. Шевелись, плотва. Зачем ему были нужны крысы? Сучьи твари! Лопаты бы их порубил! Гера? Что ты тут делаешь? Геральт! Ну, ты меня и напугал. Ну нет, колдун говорит, принеси мне крыс, только чтоб здоровые, а не у кота из глотки выдавленные. Это светильник из эльфской шахты? Что там насчет крыс? Ах, ничего серьезного, потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело. Зачем тебе этот светильник? Ты же видел. Чтобы общаться с потерянными душами. Не знал, что тебя интересует магия такого рода. В этом нет ничего дурного. Ну да. А с чего вдруг эльф пообещал тебе светильник? Это был обмен. Ему требовалась сильная магия, и он почувствовал, что я непростая заклинательница бородавок. Я приготовила ему микстуру, замедляющую деградацию нервных тканей. Это лекарство может, например, остановить потерю памяти. И кому он собрался его давать? Он не сказал. Наверное, от прежней колдуни тебе досталось порядочно рухляди. Это еще мягко сказано. Хочешь взглянуть? Да, с удовольствием. Thank you.
Ты просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я... Ты о гонениях? Да. Ты что, не... Ну, к делу. У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг... Это даже... Не... До свидания.